то, что эти другие ребятки, но они готовы доказать, что они умеют многое. Ребята в главе как видите, кто сидит по центру. Я потом скажу еще одну фишку, которая может быть смешной, но ладно. В любом случае, ваши аплодисменты, Роскиев! Это выступи матча, выйти из Тавлада. Команду, которая, скажем так, более по плане Тавлада, то здесь, более по титулованию. Важно вторые старосерии и ребята, которые, скажем так, и ставочки получше в этом матче. Ребята, которые вчера, то есть тоже вчера, выиграли первую карту Майли, потом две проиграли, но показали, что они очень и очень сильны. Закончившие регулярный сезон со статистикой 11-4. Ваши аплодисменты. Вербаев! Ну и пока мы перейдем к самому пику, у меня...